Всем привет! В эфире «Политика с Бузаровым Андреем». Экономические вопросы не всегда становятся предметом обсуждения в нашей программе, но сегодня мы хотели обсудить эту тему с известным экономическим аналитиком Виктором Скоршевским. Виктор, приветствую вас. Приветствую. Много раз хотел вас пригласить. Я, честно скажу, читаю ваши блоги и посты в Фейсбуке. Очень интересная аналитика, четкая аналитика по многим вопросам. Недавно я вернулся из Объединенных Арабских Эмират, где я участвовал в качестве журналиста в выставке Галфуд. Это главная выставка продуктов питания в Персидском заливе, может даже в арабском мире. И там приятно я был удивлен тем, что почти 70 предприятий от Украины были представлены прямо или косвенно, продукты питания преимущественно. И вот многие представители и Эмират Арабских, и Арабского мира, и Азиаты говорили мне: Андрей, ну вот у вас экспорт растет, предприятия все больше и больше, еда качественнее. Я вот думал, ну как так? Ведь мы здесь находимся, а не видим роста экономики как таковой. И если мы берем макроэкономические показатели, оценки, да, ситуации экономики в стране, а именно инфляция, курс доллара, там, ВВП, рост ВВП и так далее, то тоже не очень обнадеживающие, скажем так, цифры. Как вы в целом реально оцениваете на сегодняшний день экономическую ситуацию в стране и что будет в 2019 году с точки зрения основных макроэкономических показателей? Смотрите, неудивительно, что люди, живущие в Украине, не видят какого-то очень сильного улучшения ситуации, либо вообще в принципе ее улучшения. Mm-hmm. Потому что сейчас у нас почти половина украинских граждан получают субсидии. То есть получается, что они не могут оплатить со своих доходов жилищно-коммунальные услуги. О каком улучшении можно говорить? И если посмотреть на среднюю заработную плату в Украине, то она там порядка 300 mm-hmm. долларов в среднем, потому что бывает еще меньше. Это все усредненно. Посмотреть на среднюю пенсию — это 90-95 долларов. Угу. И все эти показатели, они за последние 5 лет, они, к сожалению, и так были низкими, а еще упали. Поэтому люди и не видят никаких улучшений, потому что обычно все сравнивается со своим карманом. Ну, конечно. А то, что там заявляется инфляция 10%, ну или там в этом году планируется, в бюджете заложено 8%, Нацбанк прогнозирует, что будет 7,3%, ну то есть 7-8%, что называется. 7-8%? Да, на этот год. В прошлом году было чуть менее 10% инфляция. Но опять же, когда мы говорим об инфляции в целом, это тоже в среднем. А для бедных людей цены влияют намного больше, и они чувствуют инфляцию раз в 5 сильнее, чем люди с большими доходами. Угу. Потому что когда растут цены, у людей, у которых большие доходы, они могут переориентироваться с более дорогих товаров на более дешевые. Так, да? Так. А вот бедный человек, он не может переориентироваться с более дорогих на более дешевые, угу. потому что он уже и так дешевые товары покупает. Угу. То есть единственный выход у бедного человека — это просто сокращать потребление. Угу. И как, кстати, показывает, то есть в ущерб себе, и как показывает статистика, если брать в килограммах тоже мясо, рыбу, то, что потребляют украинские граждане, то с 2013 года потребление уменьшилось там на 5%, а по рыбе, кажется, даже на 15% меньше. То есть просто меньше кушают. Вот им сейчас будем рассказывать, что у нас рост ВВП 3%. Да, но тем более, что теперь, если макроэкономически посмотреть, это я говорил о том, как люди воспринимают макроэкономически, нам говорят, что, ну и официальная статистика показывает, что украинская экономика растет 3% в год. В прошлом году она выросла по предварительным оценкам на 3,3%, в этом году вырастет на 3%, позапрошлом там на 2,5%, то есть там 2-3% украинская экономика растет. Много это или мало? Это не рост. Это отставание от остального мира, потому что остальной мир растет намного быстрее, чем Украина. Тем более, если смотреть на развивающиеся страны, к которым относится Украина. Например, в прошлом году развивающиеся страны выросли на 5%, Украина на 3,3%. В этом году тоже на 5% они вырастут. А Украина имеет и так большой разрыв между с другим миром, а он еще больше увеличивается. Вот как, например, в 2013 году, если сравнивать Украину с Польшей, чтобы понимать, растем мы или падаем. В 2013 году ВВП на душу населения в Польше был в 3,5 раза выше, чем в Украине.
В 2018 году уже в 5 раз выше. Кстати, а нам до вас был Насаров у нас в гостях. Он говорит, что в 5 раз, по-моему, больше ВВП в целом. Там 600 или 500 миллиардов поляков по сравнению с нашим 120, если не ошибаюсь. Правильно ли цифры? Да. Ну, у нас, да, у нас 120, да, у Польши, ну, я же говорю, в 5 раз. Да, да, да. Ну, и точно так же на душу населения получается. Почему? А, ну да, да. Потому что одинаковые, ну, по официальной статистике, у нас 40 миллионов, чуть больше, и у них тоже чуть больше 40 миллионов человек. Ну, то есть совпала оценка, значит, так оно и есть. Украина относительно беднеет, относительно других стран продолжает беднеть. Теперь еще вообще, в принципе, откуда берется этот рост и почему наше правительство, да и тот же президент, он постоянно, они постоянно заявляют, украинская экономика растет уже 12 кварталов подряд. Сделаны какие-то реформы, увеличились инвестиции, увеличилась производительность труда в Украине? Нет. Нет, да. Что изменилось по сравнению с предыдущим периодом? Увеличились цены на сырьевые товары, на основные экспортные товары Украины, металл, руда, зерно. Последних 12 кварталов подряд они находятся на высоком уровне. Например, цена на железную руду выросла там, на 90%, на металлы на 45%, на зерно на 25%. Вот откуда идет этот рост, так называемый рост. Потому что если посмотреть на все года независимости, ну, последних 25 лет, то, что есть статистика более-менее, то и зависимость от мировых цен на металл, руду, зерно и роста ВВП практически функциональная, почти 100%. Если растут мировые цены, ну, внешнеэкономическая конъюнктура хорошая, то и растет украинский ВВП. Если падает, то и падает. Знаете, в чем еще? Это проблема фундаментальная, но еще в чем проблема? Потому что, когда мы растем медленнее всех остальных. А когда мы падаем, когда ухудшается внешнеэкономическая конъюнктура, мы падаем быстрее остальных, намного глубже. И таким образом мы постоянно увеличиваем отставание от остального мира. Я понял, принцип понятен, да. А что касается вот доллара, что заложено в бюджете, ну не в бюджете, а вот официальными прогнозами, и что реально будет, исходя из тех политических рисков, которые будут в 2019 году из-за выборов там и так далее? Не, ну в бюджете заложено, вы правильно сказали. В бюджете заложено на 32, по-моему, да? Конец года 29 гривен 40 копеек. А реально во сколько, думаете, будет? И он же может быть девальвация, а револьвация будет фактически откатываться. 20. Да, сейчас идет револьвация, сейчас идет удорожание, ну, да, гривны, да. И это опять же циклично, и это спекулятивно. Вот, это очень важный момент. И также спекулятивно было и в прошлом году. Почему спекуляции возможны и в чем они состоят? Спекуляции, во-первых, возможны благодаря или там из-за политики Национального банка. Они борются якобы с инфляцией, да, поэтому они завышают учетную ставку, которая сейчас 18% годовых. И правительство размещает свои долги под, почти под 20%. 19,5-20%. Это очень высокий показатель, особенно если учитывать, что инфляция до 10%, а вообще 7-8, как это прогнозирует там, тот же МВФ, либо правительство. Поэтому иностранцы, не резиденты, они заводят валюту в Украину. Вот это началось, как и в прошлом году, с января. Продают доллары, так, получают гривну, покупают под 20% годовых обязательств долговые украинские, но они покупают их всего на 3-6 месяцев, то есть очень краткосрочно. И в конечном итоге они также влияют на укрепление гривны. Получается, они и мало того, что они заработают 20% годовых, то, что заложено в этих ОВГЗ, так они еще и на разнице курсов сыграют. В прошлом году они заработали, не резиденты, а иностранцы. Да и среди них, наверное, наши есть. Деньги, конечно, имеются в виду. Ну, фактически. Скорее всего, да. То они заработали 30% годовых в валюте. Точно так же они сделают и хотят сделать в этом году. Все показывает на то, что им это удастся. Но что мы видели в прошлом году? Как только они начали через 3-6 месяцев, особенно через 6 месяцев, ближе к июлю, они начали получать гривну,
эту гривну сразу же на валютный рынок, покупают доллары и выводят из Украины. Mm-hmm. Помните, вот именно в июле пошла резкая девальвация. Да. Точно так же будет и в этом году. Возможно, чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже, потому что объемы покупок приблизительно от завода этих денег такие же. Потом, почему еще укрепляется курс? Потому что, опять же, остаются еще высокие цены мировые на металл, руду, зерно. А на руду вообще с декабря поднялись фактически на 30%, на полтора раза даже. Угу. 60 долларов за тонну до 90. Ну, не, потому что там в Австралии произошел какой-то взрыв, уменьшилась резко добыча, и цены пошли вверх. То есть даже это влияет. Такие моменты в пользу курса гривны. Потом погода помогает Украине очень сильно, потому что максимальный урожай случился в прошлом году, более 70 миллионов тонн, и, естественно, резко вырос экспорт зерновых, а цены не упали. А почему цены не упали? Да потому что погода хорошо только в Украине сработала, в остальных странах погода в минус. То есть видите, как Украине помогает погода, да, это... и внешние факторы. Но никак это не соотносится с экономической политикой правительства внутри Украины. Да, без сомнений. Виктор, вот такой еще вопрос, кстати, по поводу внешних факторов. Как вы оцениваете вообще перспективу и реальную ситуацию с прямыми иностранными инвестициями? То есть что сейчас больше всего пугает иностранных инвесторов, исходя из того, что происходит в стране? Ну, сейчас, я бы не сказал, что именно сейчас что-то начало пугать. Их пугает вообще, в принципе, постоянно. Политическая нестабильность, война, коррупция. Война, я бы даже не сказал, коррупция тоже, кстати, тут я не придерживаюсь этого трендового фактора, что не будет коррупции, не будет, тогда пойдут инвестиции. Не коррупция важна. Во многих странах есть коррупция, но инвестиции все равно идут. Например, в Южной Корее там каждого президента, если не убили, то посадили. Ну, а садят обычно за коррупцию. Да. Нынешний, кстати, тоже сидит. Основной фактор, бывший президент Южной Кореи, да. Основной фактор – это отсутствие защиты права собственности. Угу. То есть, если инвестор, это касается не только иностранных, а и внутренних в том числе, не уверен в том, что он сейчас проинвестирует, и то, что его завтра эти деньги не отберут, либо физические предприятия, либо там через рейдерские разные захваты, никто, естественно, инвестировать не будет. В прошлом году инвестиции, кстати, иностранные, они снизились, в этом году еще больше снизятся, и это не связано с политической нестабильностью, либо с коррупцией. Есть этот фактор, естественно, да, но основное – это отсутствие верховенства права и отсутствие защиты прав собственности. То есть речь идет не об решить экономическую проблему можно вне экономики, вот так получается. Это правовая система, это независимые суды и так далее. Вот если это будет хоть в каком-то виде более-менее нормальном, то и придут и иностранные инвесторы, и самое основное, внутренние инвесторы начнут инвестировать. Смотрите, вот по поводу еще общих геоэкономических тенденций, много сейчас пишут на Западе о том, что неизбежен кризис экономический мировой, поскольку цикличность есть определенная в 2008 году. Да, сейчас она чуть-чуть затянулась, но цикличность никуда не денется. Да. Вы уверены в том, что это будет кризис, и в чем может выражаться, откуда он может начаться и на что может повлиять? Тут два названия этому процессу можно дать. Это возможный следующий мировой кризис, еще знаете, как называют, как глубокая коррекция. Да? Но для Украины что то, что другое, не то чтобы смертельно, но очень сильно больно ударит по Украине. Почему? Потому что мировой кризис, если он случится, либо это глубокая коррекция, это будет следствием этого будет снижение, причем значительное снижение мировых цен на сырьевые товары. Прежде всего, Украину интересует металл, руда, зерно. Что может случиться, если резко снизятся цены? Угу. Посмотрим на историю. Уже Украина таки молодая страна, но уже история есть. 2008-2009 год. Тогда был мировой кризис, и снизились резко цены. Что мы получили? В 2009 году падение ВВП было минус 15%. Это абсолютный рекорд в том году. Украина была на первом месте по падению. То, что я говорил. Mm-hmm. Когда снижаются цены мировые, то Украина падает намного глубже, чем остальной мир. Потом у нас еще есть 2014-2015 год.
Сейчас очень многие связывают это с политическими событиями. Да, политические события внесли свой вклад, но он был второстепенным. Основное было снижение мировых цен на 20-25% ежегодно. Кстати, спад в украинской экономике начался не в 2014 году, а начался еще в 2012 году, когда начала сокращаться промышленность, в 2013 уже начал сокращаться ВВП, если поквартально смотреть, а в 2014 году просто еще больше цены просели и наложилось на политический кризис. И экономика сократилась за два года на 17%. Да, да, да. Так вот, ну, смотря минус 15, минус 17%, и тогда еще, вот вы про курс спрашивали, и тогда резко произошла девальвация. Угу. Если в 2008-2009 это было почти двукратная информация, с 5 до 8, чуть меньше, чем двукратная, то в 2014-2015 три раза гривна девальвировала. Угу. Вот это примерно такие параметры, минус 15% сокращения экономики, в 2-3 раза девальвация валюты. Ну, если кризис случится где-то в ближайшее время или там в следующем году... Вы прогнозируете когда? Тут, если бы можно было мировой прогнозировать мировой кризисы, когда можно... Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Да, я это имел в виду. Да, но если посмотреть МВФ, другие мировые финансовые организации разные, они склоняются к 2021 году, так приблизительно. Да, но кризис, он на то и кризис, что он наступает неожиданно. Да, я думаю, что если смотреть на те циклы, которые сырьевые экономические, ну, прежде всего, сырьевые нас в данном контексте интересуют, уже затянулось, уже должно было бы где-то случиться по этим циклам где-то 16-18 год, а мы уже живем в 19-м, то я не исключаю, что может это быть и в следующем году, может даже под конец этого года. Потому что есть очень много факторов, которые указывают на перегрев, ну, особенно финансовых рынков, эти пузыри, они огромнейшие. Вот как случится кризис, все будут объяснять. Вот видите, был пузырь, надо говорить, вот сейчас он уже есть, да, только вопрос, когда он лопнет, где-то иголочка, откуда, то ли с Китая пойдет, то ли с Америки, США, то ли с Европы. Европа, кстати, вот сейчас вышли новые данные, очень резко снизился экономический рост, в Италии вообще минус, Германия ниже 1%, Англия, Великобритания из-за возможного Брексита тоже там 0,7% всего-навсего. То есть причин может быть множество. Какая из них сработает первая, это уже другой вопрос, но на что срабатывать и чему сдуваться, это уже, к сожалению, уже есть. Посмотрим. Спасибо за отличный анализ и текущей макроэкономической ситуации в Украине, а в целом геоэкономические тенденции. Рады будем вас видеть в будущем. Спасибо вам. На телеканале. Спасибо большое. Инфляция, возможно, курс доллара и многое другое. Вот что мы сегодня обсудили. Конечно, мы еще не раз будем поднимать вопросы экономики на YouTube-канале Selector Channel. Подписывайтесь на наш канал и смотрите программу «Политика с Гузаром Андреевым».